Сегодня приготовим бомбочки к чаю. Возьмите глубокую миску, разбейте туда 2 яйца. Добавьте пол чайной ложки соли, 65 грамм сахара, 50 грамм мягкого сливочного масла и 100 миллилитров растительного масла. Все перемешайте венчиком. Затем влейте 300 миллилитров теплого молока и снова перемешайте. Далее добавьте 700 грамм просеянной муки, сверху 1 столовую ложку дрожжей, аккуратно замесите тесто. Закройте крышкой и уберите в теплое место на 1,5-2 часа. Для начинки возьмите 400 грамм вишни без косточек. Добавьте 1 столовую ложку крахмала, варите до загустения. Тесто присыпьте сверху небольшим количеством муки и затем слегка вымесите. И нарежьте на части весом 65-70 грамм. Постарайтесь раскатать в квадрат. Первым слоем намажьте вареную сгущенку, вторым слоем кладите вишню. Соедините противоположные края, тем самым делая конвертик. Выложите на противень, смажьте яйцом, уберите в духовку 180 градусов на 30 минут. Вот такие красивые булочки у нас получились. Если понравилось, ставьте лайки и сохраняйте себе рецепт.